Австрия ужесточает контроль на 12 пунктах пересечения границы с упором на южных пределах. Они расположены на границах с Венгрией, Италией и Словенией. В точках пересечения страны будут осматривать всех въезжающих. К тому же установлены определенные квоты на въезд. Кроме того, австрийское правительство расширило список так называемых стран безопасного происхождения, чтобы высылать больше мигрантов. В дополненный список попали Грузия, Монголия, Марокко, Алжир, Тунис и Гана. Между тем, Австрия уже объявила точное число мигрантов, которых она готова принять в этом году. Ровно 37,5 тысяч.